Свои 19 лет Женя отмечает в Канаде. Вчера мне приходило больше сообщений с русской стороны, сегодня больше с канадской и американской. В общем, день рождения растягивается на 2 дня. Это здорово. Очень многие меня поздравляют с 3-м 16-летием, 4-м 15-летием. Кто бы чего не хотел, а я никогда не состарюсь. Я уже который раз убеждаюсь, что моя сила в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом. Еще раз спасибо за поздравления. Через 3 дня Женя примет участие в Гран-при во Франции. Ей нужно занять 2-е место, набрав 199 баллов, или занять 1-е место, иначе не попадет в финал.